В 2020 году на данных лесных участках проводилось лесопатологическое обследование. Его регулярно организуют специалисты Центра защиты леса Республики Башкортостан. В результате контрольного обхода было запланировано очистить лес от захламления и вырубить сухостойные деревья. Такие оздоровительные мероприятия проводят для того, чтобы улучшить санитарное состояние леса. Общая площадь работ составляет 59,5 гектаров. Согласно результатам аукциона с индивидуальным предпринимателем Фархудиновым Вазилием Вахитовичем был заключен договор купли-продажи лесных насаждений для проведения выборочной санитарной рубки с целью оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, восстановления их целевых функций и ликвидации очагов стволовых вредителей.